Вскоре поезд сошел с рельс. Грузины якобы утверждают, что мина. Мина. На BBC сказали, что доказательства. Нормальный поезд. Доказательств нет, если близко не подходить. Ну вот я и приближаюсь к туннелю под Кавказским хребтом, который разделяет Россию и Грузию, то есть Северную и Южную Осетию. Мой водитель — северный осетин, коренной владикавказец. Это все Грузия была. Потом вот этот перевал открыли, когда... Вот тогда ихняя ошибка была. И наша ошибка, и грузинова ошибка. Почему ошибка?